Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в вымогательстве денег у жителя Махачкалы. Злоумышленники получили 60 тысяч рублей у потерпевшего, угрожая распространить о нем интимную информацию. Молодые люди зарегистрировались под вымышленным именем в соцсетях и представлялись пользователем 16-летней девушкой. Спустя некоторое время они нашли жертву, который стал активно писать новой знакомой, и между ними завязалась переписка. В итоге встретились, когда встречу я назначил, и приехали со мной, которые трое ребят, и начали, короче, деньги у него просить. Сумму денег, чтобы меня отозвали в полицию. Какую сумму предложил? 60 тысяч. Что с деньгами вы сделали? Отделили. При вас пистолет был. Откуда у вас этот пистолет? Нашел. А где вы его нашли? На море. Как давно? 3 дня назад. Потерпевший несколько раз переводил злоумышленникам деньги, но поняв, что они не прекратят его шантажировать, обратился в полицию. Она и задержала троих вымогателей 20, 21 и 23 лет. Все они проживают в Махачкале. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».